Ровно через месяц в музее-заповеднике Горки Ленинский стартует фестиваль «Джазовые сезоны». Масштабное музыкальное шоу состоится уже в 8-й раз. 20 и 21 августа на открытом воздухе выступят лучшие артисты России и зарубежья. В числе участников фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр, Денис Мацуев и многие другие виртуозы. Фестиваль продлится в течение 2 дней. Концерты начнутся в 3 часа дня. Узнать подробную программу мероприятий можно на официальном сайте jazzseasons.ru.